Приветствую вас на канале Кусарев Геймс. Я нашел опять китайскую игру, но на этот раз уже получше, чем та китайская дичь. В общем, эта игра называется Yokai Secret. Начало. В общем, поиграл я в пробную тренировочку. Вот, 6,4% пройдено. Нам нужно вернуть цвет жизни здесь. Мир остался без цвета. Без цветов. Ну, в общем, мне не привыкать, я и так дальтоник. Поэтому пофиг. Канедама. Получив колокольчик от этого странного котенка, вам начинает казаться, что вы слышите шепот, направляющий вас. Вы необъяснимо повинуетесь голосу. Внезапно к вам подходит золотоволосая девушка. Это Канедама. Канедама, блин. Шепнул колокольчик. Смотрите, чтоб вас не сбило с ног огромное количество золотых монет, вызванных ею. Послушав колокольчик, вы внимательно смотрите на красивую блондинку вперед. О, да. Ладно, начинаем. Никакая она не красивая. На самом деле я красавчик. Так, за 32 секунды надо пройти. Блин. По-моему, это сюда. Это сюда. Это сюда. Нет, это не сюда. Прошли за 18 секунд. Отлично. Получено достижение. Так, 2 из 2. Так, надо составить цвета. Цвета. Господи, я ничего не вижу. Наверное, подожди. Наверное, это сюда. Этот сюда, вот этот сюда, а вот этот сюда. Изи. Так, дальше. Чё вы не помогаете? Помогайте. Ладно, шучу, не надо. Я разберусь. Нет. Фух. Ну, игрушка, конечно, такая себе, если честно. Хорошо, что я ее по скидону взял. Да, прикиньте, как глыханулся. Жестко прям. По-моему, этот цвет сюда идет. Вот этот. Нет, вот этот вот так вот идет. Этот вот так вот. Да, посмотри, что творится. На одну секунду опоздал. Че, перепройдем? Так, по-моему, дальше. Это сюда. Отлично, успели. Успели пройти. 2 из 5. Черный квадрат вот сюда. Этот цвет, я думаю, сюда пойдет. Вот этот не такой яркий, но надо использовать этот цвет. Отлично, за 17 секунд. Ну, получено достижение.
А меня YouTube за это не накажет? Ой, это действительно больно. Я имею в виду, не могли бы вы, пожалуйста, относиться к девушкам немного нежнее? Какого цвета блоки? Я же сказала, что это мой. Подождите, я поняла, послушайте. Эти цветные блоки в ваших глазах, это мое сердце, которое разбилось на куски. Итак, извините, я просто напала на вас внезапно. Я не в себе. К счастью, вы можете войти в мой внутренний мир. Что вы понятия не имеете, что происходит? Все хорошо, на самом деле я полагаюсь на энергию, исходящую от счастья людей. Я вижу счастье и трудности в вашем будущем. Но не грустите, просто следуйте за колокольчиком, и вы получите то, что вам нужно. Если вы захотите увидеть меня, пожалуйста, идите в мою пещеру с сокровищами. Я первая в вашей книге друзей. О боже, это что за игра такая? Я порвал ее одежду. .37 я что-то активировал. В какой книге друзей? А, ёб твою дивизию, я на ту книгу жать не буду. Атакамару. Река преградила путь, но, к счастью, там оказалась лодка. Вы ступаете в нее, но из-под ваших ног слышится стон. Вы наступили на Атакамару. Снова маленький колокольчик выдал предупреждение. Атакамару может вызвать огромный флот призраков, чтобы уничтожить своих врагов. Будьте осторожны. Вы быстро подняли ноги и обняли дрожащего котенка. Маленькая лодка. Не понял ты суть истории. Если вы поняли, то отпишитесь. Я понятия не имею, о чем речь. В общем, я думаю, нам вот так вот. Потом. Нет. Потом вот так вот. Вот так вот. Зашибись. Прошли. Это было изично. Изично, призрачно, я не знаю. О боже. Ладно, это сюда. Это сюда. Здесь комбинации просто да. Я не понимаю. Да. Как необычно. И странно, что ли? Нет. Да. Мы используем это, наверное, нет, вот так вот. Тоже опоздали. Но я думаю, это ничего страшного. Я просто не разбираюсь, где здесь какой цвет. Так что извините, ребятушки. Ребятюшечки.
Ну что так вот. Подожди, если использовать этот цвет так, но тогда тут вот этот цвет мешает. Ну, я вас понял. И последний, типа, да? Последний цвет. Ну, давайте попробуем вот этот. Или вот этот. Или вот этот. Нет? Вроде прошли. А, нос моей лодки теперь сломан. Моя палуба треснула. Ой, простите, не так. Какого черта? Как можно быть таким беспечным? Я не схожу с ума. Просто вид слишком мелкая. Это место слишком маленькое, чтобы держать мою истинную форму, поэтому я вынуждена притвориться маленьким сампаном. Вы сказали, что хотите пересечь реку? Да ради бога! В обмен на разговор со мной просто садитесь и держите меня крепче. Звучит вроде как угроза, а вроде как хорошее предложение. Это чувство, оно мне что-то напоминает. В прошлый раз я взяла кого-то, чтобы пересечь реку М. Это было давно, и мои воспоминания померкли. Что ж, знаете ли вы, место было когда-то океаном. Там было великолепная вилла. Хозяйка была такая красивая, ее светлые волосы были как яркое солнце. Она говорила, что каждый день смотрит в зеркало. Она воспоминает ей яркое солнце. Она напоминает. Воспоминает. И вот вы здесь. Пожалуйста, выходите. Если бы у меня была возможность, я хотела бы снова плыть по океану. Извращенка. Ну, поймали типа какую-то подсказку нужную нам. Ох ты ж, черт, не прошли мы хорошо с вами. Не прошли. 1.5 что ли пройдем? Так. Взюм. Отлично. Господи, да хорош орать. Мяу, я спасена, мяу. Слава богу, вы поняли те подсказки, которые я оставила. Я так благодарю вас, мяу. Мяу, вы спрашиваете меня, что происходит? На самом деле, я могу вспомнить, но я правда помню, что там была сестра, которая дала мне этот колокольчик и попросила меня найти. Правильно, найти вас, наверное, мяу. Пожалуйста, спасите этих безумных йокай, мяу.
Как вы знаете, этот мир превратился в совершенно серый, мяу. И причина тому эти йокаи, мяу. Я знаю, что это нелепая просьба, но я так долго ждала, пока не забыла свое имя, мяу. Я думаю, вы тот, которого я ищу, мяу. Пожалуйста, позаботьтесь о тех сумасшедших йокаи, мяу. Возьмите этот колокольчик. Когда вам понадобится помощь, вы можете меня найти, мяу. Мяу-мяу. Ну, в общем-то, вот такая игра. Если нужно будет снимать продолжение, пишите. Будем проходить, будем читать, каких людей мы тут разных встречаем. Но, в общем, всем пока, всем приятного просмотра. До свидания.